Всем привет! Сегодня мне очень захотелось рассказать вам о том, как я привожу свою кожу в порядок утром и, в принципе, как начинаю свой день. Приятного просмотра! Первым делом для того, чтобы проснуться, я ополаскиваю лицо еле теплой водичкой и промакиваю полотенцем. И сразу ощущаю себя человеком. Как любой нормальный человек, я начинаю свое утро с чистки зубов. Уже лет 10 я использую только электрическую зубную щетку. А вот зубная паста у меня совсем новая. Я начала пользоваться системой Global White для белизны зубов. И также гелем для зубов я пользуюсь. Но только через 2 недели они обещали какой-то результат, поэтому обязательно расскажу вам чуть попозже. Ну а теперь главное для меня – это очищение, естественно. Это пенка для умывания Estée Lauder Perfectly Clean и звуковой прибор от Darphin. Если честно, то я уже не мыслю себе очищение без этого чудо-приборчика. Именно эта насадка создана для очищения кожи и в какой-то степени выведения токсинов. И в насадке есть такие вот выступы, которые имитируют массаж. Этот массаж делают в кабинах красоты Института Darphin. Но двигаю приборчиком я особенным образом, не просто так туда-сюда. Этот ритуал подробно прописан в инструкции, его так советует делать сам Пьер Дарфан. Именно такие движения способствуют подтягиванию кожи, разглаживанию морщин. Ну и вообще, на самом деле, это очень приятно, как будто мне делают массаж. Пенку я смываю целлюлозным спонжиком, самым-самым обычным, который вы можете купить в любом магазине. И промакиваю лицо полотенцем, но обязательно только промакиваю, я никогда не тру свое лицо. Ну и теперь время маски. Если есть лишние 10 минут, то почему бы нет? Лично я влюбилась в новую маску от Body Shop, называется «Гималайский уголь». Я наношу ее кисточкой. Во-первых, это не грязно и очень приятно. Вообще, маски я люблю за то, что у тебя есть официальные 10-15 минут, чтобы просто вот так вот полежать и почитать книжку. Вместо тоника последнее время я использую розовую воду. Именно вот эта пришла мне в чудеснейшем боксе Istanbul East Box, прямо из сердца моего любимого Стамбула. Пахнет она, конечно, нереально. Ну и полезных свойств у розовой воды, естественно, масса. Ну и, наконец, я перехожу к уходу, очень важному моменту. У меня это Виши гель-сорбет Идеалия. И, конечно, массажная насадка на приборчик от Darphin. А опять же, тут я стараюсь повторять движения, которые имитируют движения рук косметологов. В принципе, 2 минуты в день на себя я уделить могу, а взамен получаю полнейшее блаженство и очень красивую кожу. Полный комплекс моего массажа утром – это щеки, лоб и, конечно же, шея. Ну вот и все. Теперь я точно готова к тяжелому трудовому дню. Я считаю, что потраченное время на себя утром мне окупится вдвойне. Первое – это, естественно, хорошим настроением. И второе – зарядом позитива. Отличного вам дня, девчонки. Я вас всех очень люблю. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!